Всем здравствуйте. Сегодня на базовом курсе нам попался довольно-таки сложный случай. Помимо того, что модель самостоятельно сняла покрытие и повредила немного ногтевую пластину, так еще у нее не успело срасти покрытие и остались довольно-таки глубокие затеки. Ученица выполняла третий в своей жизни маникюр, не говоря уже о аппаратном, и она справилась на все 5 баллов. Также дополнительно модели мы сделали укрепление акриловой пудры для того, чтобы придать жесткость ногтям и избежать в дальнейшем отслойки. Покрытие выполнено в 2 слоя без выравнивания. Эта работа достойна восхищения, так как она у нас с нулевым опытом. Это ее третий маникюр за всю жизнь.